Всем доброго утра! Я думаю, что вы уже проснулись. Вероника нарисовала сову. Вот получилась вот такая у нас сова. Сейчас мы ее прострочим на машинке. Так, Вероника приготовила уже деталь того, чтобы шить сумку. Это у нас дно сумки, это ремешок, это бока сумки. И вот, вот такая у нас будет молния. Сову мы уже прострочили на машинке, мы ее пришили уже к передней части сумки. Осталось только пришить пуговицы.